Здравствуйте. У вас, конечно, нет времени меня послушать, и я знаю почему. У вас всегда нет времени на все, что имеет смысл, а больше всего у вас его нет на себя. Иногда вы, конечно, вспоминаете, что что-то не так. Идете на какой-нибудь семинар, тренинг, пытаетесь что-то изменить, по-быстрому чему-то учитесь, в чем-то прозреваете, что-то чувствуете, возвращаетесь в обычную жизнь и понимаете, что ничего не изменилось, потому что вы пытались поменять свою жизнь, оставив неизменными правила, по которым вы живете. А там ведь не говорят с вами о правилах, по которым вы живете. Об этом никто с вами не говорит. Вы и сами с собой об этом никогда не говорите. И никогда об этом даже не думаете. Так вот, у меня для вас есть плохая новость. Пока вы не задумаетесь об этих самых правилах, по которым вы живете, в вашей жизни никогда ничего не изменится. Всего доброго.